устроим встречу с нашими подписчиками. Да. Перед Новым годом. И подарим подарки, Николь. Ты свои трусы подаришь. Может быть. Нет, серьезно. Давайте устроим встречу. Встречу с мамочками, у которых есть дети. Ну а чё? Как раз ты познакомишься, у тебя будет новый. Ты все ныло. У меня нету друзей во дворе. У меня только Маруся, сестра и еще. Ну. Вы что тупанули? Я задумалась, а ты что тупанула? Что? О чем? О чем? А ты о чем? Я не скажу в эфире. Давай споем. Так, ну чего там по поводу встречи? Давайте устроим перед Новым годом встречу. Какую? Встречу, чтобы, ну, пришли мамы с детьми. Какую? Где? Где встреча? Да хоть где, хоть в Икее сейчас. На диване. Давай в Вегасе. На катке. О, на катке. Давайте реально сходим на каток в Вегас. Yes. А то есть со мной тебе не идется, да, Вегас? Поехали сегодня. Не, ну серьезно. Серьезно? Нам в Икею надо. После Икеи. Нам лосось нужно купить. Для супа. После Икеи можно поехать на каток. А лосось этого оставим в машине. Лосось. Ты. Так, а что, ну, так, короче, по поводу встречи, ладно, это мы обсудим все в Инстаграме у меня на странице. Второй вопрос. Как? Второй вопрос какой? У меня так много информации в моей маленькой голове. И так много всего вопросов, которые я хочу задать, но я что-то это... Прикольная, кстати, штука, скажи. Ну, вот эта вот хрень, которая цепляет телефон. Почему? Ничего не видно. Нам уже никто не пишет. О! Или нельзя так поставить? Лосось в Икее! Может быть, вот так вот поставим, вот так будет держать эту штуку? Да, попробуем. О, а так видно? И чё, меня не видно. Ну что? Нет. О, вот так мы видим ваши вопросы. Видишь? Головка работает моя. Молодец, голова два уха. Где вы будете отмечать Новый год? Расскажи, какие у нас планы на Новый год? После Нового года вы поедете. Мы улетаем в Дубай. После разговаривайте года. С нашей сумкой, пожалуйста. Где? Ну, не видно тебя, где? Ты, тут все пространство получается. А ты пристегнута? Да. Молодец. Мы улетаем в Дубай. После Нового года, а на Новый год мы будем в Москве, а будем отмечать Новый год дома. Ну так говори, блин. Чё ты молчишь? А чё мне сказать? Ну расскажи про Новый год. Только вчера рассказала за меня. Нет, у тебя чё, нету мыслей в своей голове квадратной? Нет. Ладно, сейчас я подвинусь. Подвинься в камере, тебя нифига не видно. И тебя. Меня не надо, меня не должно быть видно, потому что я рулю. Сегодня до хрена, кстати, нужно что купить, а я забыла все на листик записать, и мне кажется, мы половину не купим. Может, мне рассказать про школу, как у нас на обеде кормят? Не надо, Николь, не позорься. Твое ухо классно смотрится в кадре, Николь. А ухо тоже будет в перископе. Что там пишут? Я не вижу. Я боюсь читать, потому что я... Катюша, доченька у тебя хорошая. Это не про тебя. Конечно, про тебя. Сколько лет, Николь? 8. Николь, ты когда общаешься с людьми... В каком классе? 2-й, а? Вот так надо смотреть. В телефоне все записывает. Пока что ничего не пишут. Я же говорила, надо было вот так. Читай боком. Что ты сделала? Ой. Короче, мы тупим, простите, пожалуйста, потому что... Мне надо терять телефон, но как-то...
Да какой телефон? Тебе надо в камеру смотреть. Привет, мама злая, да? Нет. Нет, это нормальное мое состояние. Так, какой суп будете делать? Эту туху финскую. Что ты мне говоришь? Туда говори. Уху финскую, пирожки с картошкой, с капустой. А давай пирожки сделаем. Давай с овощными пирожки сделаем. Давай, мы сегодня что, должны за продуктами заехать? В Мегу заедем. А? В Мегу можно. В Мегу за продуктами? А, там есть? Есть. Наверное. Вряд ли. Короче, надо сделать какой-нибудь конкурс в Инстаграме. Давайте придумаем что-нибудь. Мама, а почему ты не выкладываешь свой Ютуб ничего? Николь, я хотя бы свой Ютуб так активно не пиарю, как ты свой. Поэтому я не выставляю туда ничего, потому что мне неинтересно, мне эта тема не пошла. А ты все хотела. Что ты там хотела, кстати, сделать? Видео в кого-то что-то с балкона крикнуть. Я вонючая жопа, Николь орала на балконе и снимала на камеру. Да, Николь? Вот такие видео Николь хочет записывать на канал на YouTube. Всякую хренату записывать и выставлять. И говорит, что это круто и смешно. О, кстати, а давай, знаешь что, мы мамочки, у кого есть дети. Мы, знаешь что, мы сделаем конкурс, мы разыграем 3 билета на концерт Open Kids. У нас... О! Да, давайте так. А, кстати, мне же подруга хотела. Но она долго думала, поэтому мы разыграем эти 3 билета на концерт Open Kids, в который состоится 22 декабря в Крокус Сити Холл. У нас 3 билета на первый ряд. Вот. И мы их разыграем. Давай придумаем теперь так, как. Так, давай на моем Ютубе. На каком? А, давай на Ютубе на твоем, в натуре, точно. Все, супер. А то у некоторых нет перископа. И чего? Инстаграм. Как это? А Ютуб есть. У некоторых что нет Инстаграма. И чего перископа. У нас провода? Как будто у нас машина на проводах. Так, как вам идея? Поучаствовать в розыгрыше, который состоится у Николь, да, наверное, на Ютубе. А ну и толку, и чего, как мы будем там розыгрыш делать? А как вообще любимое радио Николь? Я люблю джаз. Джаз? Ты любишь радио Восток? Ты любишь турецкие напевы? Так, поменять. Вот. Восток. Ну не надо, мне тут нормально. Вот джаз. Вот это я люблю. Это все твои. Чё мы радио врубили? Мы типа... А у них типа нет радио, что ли? Мы врубили им радио и молчим. Это неправильно. Давай общаться. Расскажи что-нибудь. Не додумалась ещё. Расскажи, как ты отдыхала.
слепой бобер. Как найти Николь в Ютубе? Ага, мисс Николь она записывает. По-английски. Страшно. Английскими буквами. И я там на зеленом фоне с собачкой. Да толку от ее Ютуба, ребята, она туда ничего не загружает, ни одного видоса. Что? Реклама дорого стоит, слышь, на перископе. На, не надо рекламировать. Деньги дай, 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 дай. Я тебя пропиарю, дай, так? Сколько? Сколько? Сколько не жалко? Хорошо, 100 рублей. 10 рублей, да. Сколько? 10 рублей. 10? Давай. Спасибо, что не рубль. 50 копеек дам тебе. Да хоть одну копейку. Смотрите, а где мой заяц, кстати, Николь, который ты мне подарила? Николь мне сделала подарок. Первый подарок, который Николь мне сделала, это... Ну, не считая того, что она сделала своими руками, это я не считаю, но она сама накопила денег. Чего? А ты не копила денег? Нет, это папа мне дал денег, а я выбрала зайца. А, я думала, ты не свои купила. Ну, короче, не суть, какая разница. Покажи зайца мой. Где он? Давай твой зуб молочный разыграем лучше. А у меня ее не скоро. Это ты еще мусор выкинула? Заблокотник? Не забудь его потом выкинуть в мусорку. А что ты не выкинула в окно, как ты это обычно делаешь? Я тебя сейчас выкину. Такая приличная стала. Зашла в перископ, сразу такая приличная. Мусор положила мне в подлокотничек. А сама, когда едет, я там... Сколько мне лет? 27 или 28? Ну хорошо, у меня есть дочка, которая всегда напомнит мой возраст. Добрый человек. Говори, что мне 18 всегда. Можешь? Даже когда тебе 45 будет, можешь мне говорить, что мне 18? Нет. Почему? Почему? Потому что кончается на ур. Николь какая дерзкая, короче. Как пуля резкая. А помнишь, на квесте были, там была эта бабуля, когда мы открывали окно? И чего такое дерзкий? А что такое дерзкий? Это баба-яга была вообще-то. Mm-hmm. Открываешь окно, скоро это что-то такое. Что там пишут? А где вы... Купаетесь. Катя... Ой, что там,
сколько лет мне. Будь здорова, ты хотя бы лицо ради приличия прикрыла бы. Старуха мимо их суровых, блин. Бабуля нормально чихнула, у тебя сопли сквозь зубы не пролетели. Ну почему же мне Bluetooth? А, потому что у меня мой подключен, так ты меня попроси. А он не знал. У тебя там Google написано. Вот, мисс Николь. Телефон отсоединен. Подключение к мисс Николь. Ты давно научилась подключать к Bluetooth, к машине телефон? Нет. Когда? Я никогда не научилась. Жужу без названия. Жужу без названия. Так, теперь мы тебя найдем. Теперь я музыку включаю. Николь сейчас включит свой супер. Куда мусор выбросить-то? Да потом выкинешь, подержи. Ладно. Ну вот потом я, Николь, блин, просто я тачку мою каждые два дня. Где моя сумка? Это моя сумка сзади? Нет, моя. Ну серьезно? Серьезно. Мась, ну скажи. Моя. Моя? А где моя сумка? Дома. В смысле дома? А ты подключилась? Да. Музыку. Давай, диджей, врубай свой музон. Сейчас посмотрим, что там Николь слушает. Ты, наверное, там слушаешь какой-нибудь Рамштайн, да, Николь? Это как это? Металлику давай, врубай свою. Николь, а ты вот так сразу телефон к лицу поднеси, а то, что ты плохо же видишь. Пока эта старуха найдет какую-нибудь знакомые слова, какую-нибудь мелодию, мы уже дойдем до Икеи. Давай, Николь, мы верим в тебя. Сейчас я туда Рамштайн включу. Давай, мы верим в тебя. Давай быстрее только. Коль, уже вон вечер наступает. Ой, как а с Николь сказала, так прикольно. С Николь так прикольно в мафию играть. Когда она получает карту мирного жителя. Ой, включи это, навигатор в Икее, потому что я хочу объехать эту пробку. А там где-то объезд есть, а я не помню где. Или в пробке постоим. Чего? Это у меня? Да, вот и Николь. Он где? Ну вот, включи на плей. Да я не знаю, что это у меня. Это не мое. Это твое, Николь. Твой телефон, твоя музыка. Что у меня слушано это? Навигатор. Твой навигатор настроен. Да спасибо вообще за навигатор. Я уже как бы в пробку встала. Метро. Метро. Навигатор есть? Да есть у меня. Ну включи в Икею, как доехать. Что там писать-то? Или в пробку. Ну ладно, пофигу, уже в пробку встала. Я чего, Икея? Икея, Химки. И музыку врубай свою. Тыц, тыц, ты тыриц, ты тыри, тыри, тыриц. Вот. Ого. Не, вырубай. Только, вот так вот только выключи. А, нет. Только вот так нажми два раза пальцем, чтобы выкинуло приложение. Потому что он будет трепаться. Да, я знаю. То есть я все удалю отсюда. Музыка. Давай музыку. Куда это? Да ты хотя бы что-нибудь включи. Сейчас. Где музыка? Сейчас. Сюда. iTunes. А знаете, кем Николь хочет стать, когда вырастет? Кем ты хочешь стать? А где мои салфетки? Архитектором, важно? Да, меня. Я уже в школе. А, это нормально вообще. Ну и ходи тогда с пастой на лице. Вон у тебя на щеках паста. Надо влажные салфетки. Чё ты мне их забрала? Так. Какую песню включить? Включи песню, называется... Любую. А мы... Давай, прям любую, вот которую ты не знаешь сама.
Вот у меня тут высветилась песня Бьянки, но почему-то она не работает. Давай, а где музыка? Давай, диджей, ты что там тупишь? Тебя сейчас уволят за такую работу. Сейчас я ищу. Ой. Это я пишу. Так музыку включи, кому ты пишешь? Включи. Не лопни, девочка, от страха. У тебя уже вены на лбу надулись. Вот это включить. Нет, ты что, включи нормально музыку. У тебя есть в iTunes музыка? Это нормальная песня. Давай, фурбай. Это энергичный танец сейчас будет. Ну, ставь мне. Эй. Эй. Я только это нашла, это было просто. Ты клипы. Она еще клип включила. Дискотека, это дискотека века, эй! Бомба, нормальная слова твоя? Включи это, мы типа грибы, еее! Поднялась флага в клубе, и мы растем. А у нас в лагере патимейкер был. Мы тебя научим. У нас в лагере был патимейкер. Ну понятно, вас по тебе видно, что у тебя патимейкер был. Ты слышишь, патимейкер? Дискотека. Как называется? Дискотека. Дискотека. Называется грибы. Это, ой, как страшно, пипец, как. Это Икея, блин, пока доедешь, вокруг тебя автобусы будут атаковать. Правильно я сказала слово? Мы типа грибы. Вот она. Это моя любимая. Надо ее на звонок поставить. А ты можешь включить на каком-нибудь музыкальном этом, там, ВКонтакте найти? Чё ты мне в клипы врубаешь? У меня контакта нет. Это отстой, Николь. У тебя iTunes есть, ты можешь нормально включить? Ой, как тяжело тупить, да, Николь? Как ты живешь? Взяла клип, мне включила. А я, кстати, клип не видела, прикольно? Не надо его только включать сейчас опять. Да, Николь, конечно, вообще пипец. Попросила песню включить. Я уже доехала до Икеи, она мне включила, блин, патимейкер, вырубила его ровно через 30 секунд. И еще час не может найти еще одну песню. Да ты можешь не стучать своими пальцами? Меня прям бьет. А где iPhone? Еще один. Надо еще взять один айфон с музыкой. Мой, да маленький. Какой-нибудь уже! Я не могу ездить без музыки. Ищи. За сейчас мне надо рулить и искать. Ага, еще в перископе общаться. Пародию надо что-то. Да мне просто включи музыку. Ты че так тормозишь? Да. С Николь только ехать и музыку слушать. Она в айфоне, говорю, 3 часа будет разбираться. Я не знаю. Я эту песню вообще не знаю. Ты хоть какую включи песню, любую, Николь. Че ты заливаешь, что ты не знаешь эту песню? Это не я. Это Николь. Это я. О! Сейчас будет что-то веселое. Давай, Николь, удиви нас. Главное не клип, а включи музыку. Ладно, сейчас музыку. Николь, я хочу тебя расстроить, мы приедем уже через 5 минут. Я ни одной песни еще не услышала в машине. Ты врубила Bluetooth, отключила радио и не можешь включить музыку. Вот, смотри. Ну, мне надо закачать. Ну, закачать надо, да. Ну, включи, что смотри.
Ну и что мне смотреть? Да. Ты главное не напрягайся, а то твой этот башка твоя перегреется. От такого количества информации. Ты слово грибы написал уже раз 500 и ни разу ее не включила. Вот, все. Классная музыка, да? Да сейчас. Я уже сейчас сама петь начну. Теперь еще и интернет закончился. Это устройство мы связываем с Apple HD. Ну, да включи хоть что-нибудь. Ладно, это за клип. Какой клип? Клип там с клипом плохо слышно. Ты нас точно, мы сейчас тут будем... Мне сейчас будет разрыв сердца, ты будешь заикаться, короче, не надо. Сейчас. Забей. Просто давай радио включим. Не, давай. Да. Не надо. Давай лучше радио все же. Ай, огонь. Красавчик ты вообще. Это Билан, а не грибы. Это вообще... Она 3 часа искала песню с грибами и врубила Билана. Спасибо. Ну, хоть это. Хоть это. А вот когда я музыку улетела, так... Включала. Вообще... Какая еще кадр, Микой. А все, заткнулись все. Николь, я хотела именно грибы включить. Что ты мне Билана пробила? Хотя не делай, ничего не включай, больше ничего. То я уже боюсь, я опять буду час без музыки. Ты что зависла? Кстати, Николь предложили петь с Димой Биланом. Когда там? На каких праздниках? На Новый год? Да, на новогоднюю, да. Ты не хочешь? Я не хочу Диму Билану. Ты хочешь с Егор Кридом? Ой! Спасибо, Николь. Опять что-то пошло не так в твоих руках. Только ему не изменяешь вообще.
скажи мне, что с тобой, что с тобой? А чё ты вялая? Научим шевелить булками. Ну Николь, на самом моем любимом припеве, блин. Куплеть. Так. Что опять? Мы типа грибы, Поднялась влага в клубе, и мы растем. Мы тебя научим шевелить булками. А дальше знаешь, что они поют? А? Нет. Ну и слава богу. Мы приехали в Икею, как с нами было весело, не правда ли? Отстой, трансляция была. Мы ни с кем даже не общались. Простите нас, пожалуйста, просто у нас камера горизонтально. Вертикально? Горизонтально. Да, горизонтально же, да? Да? Так. Все понятно. Из-за этого мадам. Да что? Сейчас, подожди минуточку. Минуточку. Хорошо. Минуточку жду. Минуточку. Так. С Николь вообще весело ездить, классно. Можно с ней куда-нибудь в Питер уехать, а мы можем полпути проехать, а Николь только песню найдет. Кстати, поехали в Питер на машине сегодня? Николь. На завтра ездила? Она завтра ездила. Да выруби свою колонку. Завтра день рождения. У кого? А, у подруги у твоей. А давай его прогуляем, уедем сегодня в Питер на тачке. Нет. Почему? Вдвоем, это ж так здорово. Там Олег как раз в Питере. Поехали? Олег свалил в Питер на 2 дня. Может, сделаем ему сюрприз. Поехал с парнями потусить, называется. И мы тут тарарарам-таран, не ждали. Вы что, поехали сегодня в Питер реально на машине? Коль, ты куда-то... А, это ты включила L1. L1. Это что? Тигр. Это что? Тигр. Это тигр. Тигр. А как ты песню-то эту нашла? В смысле, это что? Из интернета. Мы типа грибы. Типа грибы. А ты что вообще за Николь, песня? Я сейчас, конечно, что, я на полном серьезе, поехали в Питер. О, позвони няне своей, скажи, чтобы она тебя из школы не забирала. Ты же не в школе. Она сегодня собирается тебя забирать. Пипец, все занято. Я не понимаю, народ работает вообще по будням или нет? Просто Икея вся забита. Заберите меня в 10:30. Ник сейчас что-то заорет так громко. Пипец, вообще все, просто все занято. А, ну хотя вот так можем стать. Да, нормально? Николь, поехали в Питер на машине. Ты запарила меня, поехали. Ты скучная. Погнали. А потом опять включим перископ? Мы перископ включим, если когда в Питер поедем. Ты будешь мы поедем, ты будешь на музыку ставить. Мы пойдем на день рождения? Давай сольемся с дня рождения, короче, едем в Питер. С этого. С какого? С которого мы сегодня пойдем. Не, ну блин, не знаю, мы не успеем, наверное. Давай сольемся с дня рождения. Как под поедем? Одноклассницы. Нет, и поедем в Питер. Давай сольемся на день рождения с... А, не, нельзя, ты чё? А мне тоже нельзя, ты чего? Слушай, твоя одноклассница, ты можешь подарок в школе подарить, а в Питер вы на выходные можем поехать. Зато приключения, чебуреки похаваем. Все, мы подъехали. Мы поехали, приехали. Ну, одевайся, я пока общаюсь. Николь, ты что зависла, как рыба? Нет. Мы пошли жрать фрикадельки! Фу! Вы пришли кушать в Икею. Фу, обедать. Фу, там обеды по 100 рублей. Хорошо. Не фу, нельзя фу говорить. Это вообще жрать не дам. Бля. Так, мы на самом деле пришли за ковриком. Сейчас я свою уломаю. Может быть, есть варик в Питер уехать. А что, кто в Питере, кстати? Давайте да встретимся никто. В Питере. Да как никто? Народ пишет, что там дофига кто в Питере. Ты чё мою воду пьёшь?
Коль, это моя вода. Не описывайся потом от жадной. Смотрите на нее. Услышала, что твоя вода взяла мне всю бутылку. Ну вот ее и выкинешь по дороге. Эй, ты давай тут не размивай, мне машину тут помыли. Ой, я зашли. Подожди. Это гениальная идея была. Все, мы приехали, мы пошли. И вот это вот. За ковром. Фунтик этот. За ковриком. Для ног. Для зопы. Для зопы коврик идем. Мама, покупать. Мы еще что-нибудь. Мы зайдем опять в перископ. Я нет, Николь, да. Я да, а не Аня. Ты можешь одеться уже. Господи, какая ты долгая. Господи. 3 часа музыку. Да что ты мне мусор даешь? 3 часа музыку врубала и 15 часов одевается. Мама, давай. Как шарф одевается? Шарф тебе не нужен, мы уже приехали, блин, в магазин. Вот, выход, видишь? Где что? Я вижу только сейчас уже парковка освободится другая, понимаешь, пока ты одеваешься. Зависла. А, или нет? Нет, не зависла. Да какой зависла ты? Выбрасывай теперь. Сейчас, ты выбрасывай, да. А где мой телефончик? У меня телефончик. Все, попрощайся со всеми, скажи до свидания, ребятки. Всем пока. Это розовый весь экран. Пока. Коль, хорош свои дырки во рту показывать. Ждем вас, вот бы, остановить трансляцию.